не было 6 детей, вот мы их здесь с вами видим. В экстремальных условиях, в полевых условиях ученые изучали новую, неизвестную до того времени инфекцию. В наших фондах хранится и вот такой вот прекрасный экспонат. Эти зверьки очень восприимчивы к различным вирусам. Попросили Элвиса Пресли привиться в прямом эфире. Его самый большой вклад в науку – это все-таки применение полиомиелитной вакцины, испытание и применение. Сегодня мы будем говорить о Михаиле Петровиче Чумакове, о ведущем советском вирусологе, человеке, который в середине прошлого века избавил весь мир от полиомиелита. В Российского музея медицины хранятся фотографии, документы, личные вещи Михаила Петровича Чумакова. Среди них мы видим фотографию раннего периода, 1928 год. Молодой Михаил Чумаков, только что поступивший на медицинский факультет Московского университета, приехал в гости к родителям. Михаил родился в семье военного фельдшера. На фотографии еще мы можем видеть отца Михаила Петровича Чумакова. Буквально через несколько лет он заразится сибирской язвой и в 1931 году умрет от этой страшной болезни. По сути, ответственность за семью ложилась на Михаила, на его старшего брата. Как вспоминает его сестра, Миша помогал всем. Будучи еще даже студентом, он звал нас к себе в Москву, и мы поступали в институты, находясь у Михаила в общежитии, готовились вместе с ним. И потом всю свою жизнь он помогал всем своим братьям и сестрам. В начале 30-х годов советское государство приступило к освоению дальневосточных территорий. На Дальнем Востоке планируется большое строительство, стягивается большое количество людей. И тут возникает проблема. Люди умирают от неизвестного заболевания. Заболевание характеризуется параличом и тяжелыми, последствиями у выживших людей. Большинство людей заражается этой болезнью, находясь в тайге, и правительство в этот период принимает попытку выяснить, что же это за такая инфекция, от которой умирает большое количество людей. В 1936 году Панов открывает эту инфекцию, выясняется, что это энцефалит, но пути передачи инфекции неизвестны, и что с ней делать, тоже непонятно. Льву Зильберу в 1937 году предлагают поехать на Дальний Восток, организовать экспедицию, изучить эту неизвестную болезнь и попытаться найти решение этой проблемы. В экспозиции фонда Российского музея медицины хранится много материалов, рассказывающих о борьбе с инфекционными и вирусными заболеваниями. 1920-е и 1930-е годы – это период, когда в Советском Союзе бушуют различные эпидемии, в том числе и малярия. В этот же период, в 30-х годах, на Дальнем Востоке вспыхивает неизвестная тогда болезнь, которую и изучал Михаил Петрович Чумаков в первой своей экспедиции. В распространении этой болезни первоначально подозревали комаров как переносчиков, но когда Лев Зильбер изучил историю болезней, заразившихся этой инфекцией, комары были исключены и подозрения пали на клещей. Период активности этих насекомых совпадал как раз со вспышкой эпидемии на Дальнем Востоке. Зильбер набирает команду из молодых целеустремленных ученых, которые вместе с ним в 1937 году и выезжают в район Хабаровска.
Эта экспедиция располагается в тайге, в совершенно неприспособленных сараях, которые были построены буквально перед их приездом, и приступает к работе. Уже буквально за полгода им удается узнать, что эта болезнь передается с помощью клеща. Это намного облегчило работу тех людей, которые находятся в тайге. Уже стало понятно, что нужно избегать укуса насекомых, осматривать друг друга после похода в тайгу. Но в 1937 году в ходе экспедиции случается неприятная история. Михаил Петрович Чумаков находится рядом с человеком, погибшим от клещевого энцефалита. Ему нужно срочно вскрыть этот труп, чтобы узнать, каким образом он заразился, какие последствия для человеческого организма были от этой инфекции. Патологоанатом как на грех уехал, и никаких инструментов у Чумакова под рукой не было. Но стояла сильная жара, и тянуть с этой операцией было практически невозможно. Вот Михаил Петрович принимает решение вскрыть этот труп самостоятельно, без помощи патологоанатома. Операция, к сожалению, проходит неудачно. Михаил Петрович при вскрытии черепной коробки поранился обломком кости. И с ужасом вся экспедиция ждала, чем же это закончится. Уже буквально через несколько дней у него поднимается температура. Проявляются симптомы такие же, как у того человека, который недавно умер от этой инфекции. И принято решение отвезти Михаила Петровича в Хабаровск. На этом его участие в этой экспедиции уже завершилось. Но, находясь в Хабаровске, практически в полубредовом состоянии, он продолжает писать письма своим коллегам, узнать, что же там происходит, каким образом идет работа. Чумаков к работе в этой экспедиции уже не вернулся, но, к счастью, вернулся к основной своей деятельности. В 1938 году, оправившись от тяжелого заболевания, но с тяжелыми последствиями, с параличом правой руки и практически полной потерей слуха, он все-таки возвращается в Москву и продолжает работу на этом поприще. В 1941 году всей команде, которая участвовала в этой экспедиции, кроме Льва Зильбера, которого арестовали в этом же 1937 году по ложному доносу, была присвоена сталинская премия за открытие клещевого энцефалита и первой прививки от клещевого энцефалита. Я не сказала, что в этой экспедиции был открыт метод лечения клещевого энцефалита, была выработана первая живая вакцина, которой уже прививались люди буквально уже в 1938 году. Вот здесь мы видим фотографию, которая была сделана как раз в период этой экспедиции. В 1937 году еще молодой Михаил Петрович Чумаков, крайне справа. Фотография сделана еще до несчастного случая, который произошел с ним в этой экспедиции. В состав этой экспедиции входил и в последующем соратник Чумакова Смородинцев и Левкович. Они здесь уже за работой в институте полиомиелита, они наблюдают за введением сыворотки вот этой подопытной обезьянки. Михаил Петрович, сам, будучи из многодетной семьи, за всю свою жизнь приобрел тоже большую семью, которая в общей сложности, включая детей и внуков, состояла из практически 30 человек. Вот на этих фотографиях мы видим еще молодого Михаила Петровича с его детьми и внуками от первых его двух дочерей. Вторая супруга Михаила Петровича, Марина Константиновна Ворошилова, была сначала его аспиранткой, его соратницей, и всю свою жизнь она помогала Михаилу Петровичу в его исследованиях. Здесь же в фондах у нас есть фотографии детей Михаила Петровича. Вот здесь трое его сыновей запечатлены. Известны случаи, когда в 1955 году началась работа над полиомиелитной вакциной, а в 1956 году приступили к ее испытанию. Первоначально Чумаков и Смородинцев провели эти испытания на себе. И когда они поняли, что вакцина безопасна для человека, Смородинцев решился на беспрецедентный по тем временам эксперимент. Он испытал эту полиомиелитную вакцину на собственной внучке. Внучка как раз подходила по возрасту для прививания от полиомиелита, и вакцина была испытана на этом ребенке.
Никаких побочных эффектов вакцина не вызвала, и после этого ее начали массово испытывать и запустили в серию. Полиомиелит – это достаточно древняя инфекция. Заболевание проходит часто бессимптомно, поэтому его выявляют на тех стадиях, когда уже возникает паралич либо конечностей, либо дыхательной системы, когда уже болезнь нельзя не заметить. О полиомиелите писал еще Гиппократ в своих сочинениях, но таких больших эпидемиологических вспышек полиомиелита до 19 века не было. В середине 19 века начинаются первые эпидемии полиомиелита, это Соединенные Штаты Америки и Европа. Часть детей, около 10%, заражалась и умирала, а другая часть оставалась парализованной. И в конце 19-го, начале 20 века общественность Соединенных Штатов Америки и Европы создает движение фонда борьбы с полиомиелитом. Сначала полиомиелит считался болезнью неблагополучных слоев. Считалось, что заражаться могут только дети или взрослые, которые находятся в антисанитарных условиях и которые не могут осуществлять какие-то элементарные гигиенические процедуры. Но этот миф развеялся, когда в 1921 году полиомиелитом заразился будущий президент Соединенных Штатов Америки Франклин Делано Рузвельт. В 1938 году Рузвельт создает фонд поддержки детей, перенесших заболевание полиомиелита, так называемый «Марш 10 центовиков». Почему «Марш 10 центовиков»? Потому что дети, которые принимали участие вот в сборе этих средств, отправляли в этот фонд 10-центовую монету. Монета, которая, по сути, ну, мелочь, которая не имела такого большого значения для бюджета семьи, но буквально уже в первые годы работы этого фонда этих 10-центовиков набиралось уже около миллиона. На эти деньги поддерживались дети, переболевшие полиомиелитом. На эти деньги изготавливались так называемые аппараты железных легких, в которых многие дети после перенесения полиомиелита с параличом грудных мышц находились и дышали. Вот для тех людей, у которых был паралич дыхательных мышц, еще в начале 20 века придумали так называемые железные легкие. Человек помещался внутрь этой капсулы, находился там в лежачем положении на спине, и специальная аппаратура нагнетала и убирала давление, стимулируя дыхание человека, и он мог таким образом жить. Эти железные легкие в Соединенных Штатах Америки начали применять еще с 1928 года, а в серийно они начали применяться как раз в 1952 году, когда Америку накрыла большая эпидемия полиомиелита. Аппараты были как передвижные, так и стационарные, и многие из детей, попавших в эти железные легкие, так и продолжали жить всю свою оставшуюся жизнь именно в этом аппарате. На сегодняшний день живых пациентов, которые используют железные легкие, от 6 до 8 человек по разным данным. И один из самых известных – это американский адвокат Пол Александр, который попал в железные легкие в 50-е годы, но его случай был не таким сложным. Он мог находиться как внутри этого аппарата, так и вне его. Это позволило ему закончить Техасский университет. И, как он сам рассказывал, в университете над ним даже посмеивались его однокурсники, потому что он в общежитие притащил с собой эту капсулу железных легких, когда он там обучался. В 40-х годах прошлого века в Советском Союзе проблема полиомиелита стала так же остро, как и во всем мире, и начались поиски путей решения этой проблемы. На тот период знали о том, что в Соединенных Штатах Америки ведутся разработки вакцины, что выделен сам вирус, и его первый, второй и третий штамм. Советское правительство пошло на то, чтобы в 1956 году отправить в Соединенные Штаты Америки экспедицию в составе ведущих вирусологов страны. В этой экспедиции лучше всех иностранными языками владела Марина Константиновна Ворошилова, и она как бы стала генератором этой поездки. Она
будучи сама вирусологом, понимала, о чем она разговаривает с иностранными коллегами, переводила слабослышащему Чумакову то, что говорили его коллеги, и, естественно, была как бы центром коммуникации между американскими и советскими учеными. Экспедиция прошла очень удачно. В ходе экспедиции была получена формула вакцины Солка, которую Чумаков привез в Советский Союз, и штаммы, которые подарил Сэбин также Чумакову для того, чтобы в Советском Союзе можно было разработать свою полиомиелитную вакцину на основе штампов Сэбина. От полиомиелита первоначально встретила большое недоверие среди населения, в том числе и в Соединенных Штатах Америки. Этому послужил неприятный случай, когда фармацевтическая компания не смогла правильно инактивировать вакцину Солка, и благодаря этому бракованная партия попала в массовый оборот, и несколько детей были заражены этим заболеванием. Естественно, что история попала в средства массовой информации, и нужно было возвращать доверие к вакцине. Попросили Элвиса Пресли привиться в прямом эфире, что он и сделал во время трансляции одной из своих передач, тем самым показав, что вакцина безопасна, вакцину можно употреблять. В Советском Союзе основной упор пропагандистской кампании делался, конечно же, на санитарно-просветительские плакаты. Такие плакаты, которые мы с вами видим сейчас в нашем музее, были развешаны в различных детских учреждениях, в лечебных учреждениях. Плакаты доходчиво рассказывали о том, что вакцина мало того, что безопасна, она еще и легко вводимая. Для того, чтобы получить вакцину, не нужен специальный медицинский работник. Вакцины выпускались в форме дрожжей. Первая вакцина, которую начали выпускать в Советском Союзе, это была запатентованная в Соединенных Штатах Америки инактивированная вакцина Солка. Для того, чтобы запустить ее производство, советское правительство выделило больше 200 тысяч долларов. Однако уже буквально через несколько лет после того, как стали применять эту вакцину, у нее появились свои недостатки. Вакцина была очень дорога в производстве, и вакцина не давала устойчивого иммунитета к полиомиелиту. Поэтому было принято решение перейти на разработку новой вакцины и посмотреть, какие будут результаты. Вот тут и пригодились переданные Сэбином его три штамма от 1, 2 и 3 типа вирусов полиомиелита, на основе которого в Советском Союзе был налажен выпуск живой вакцины, которая и используется по сегодняшний день. Эту вакцину уже с середины 50-х годов выпускали сначала в Институте полиомиелита, а затем и на фармацевтических заводах Советского Союза. Делать прививки каждому человеку на хуторах, в деревнях, городах, каждому. В этом был весь смысл. Все, от младенцев до стариков, должны были принять эту вакцину. Впервые эту живую вакцину испытали в Эстонии. В Эстонии наблюдалась в 1958 году большая вспышка полиомиелита. Результат был ошеломляющий. Уже буквально на следующий год произошел спад эпидемии. Количество заразившихся детей уже исчислялось не сотнями, а десятками. И практически еще через год в Эстонии эпидемия полиомиелита сошла на нет. Полиомиелитная вакцина пошла по территории всего Советского Союза, и дети от 3 месяцев прививались этой новой полиомиелитной вакциной. Институт полиомиелита был построен при Михаиле Петровиче Чумакове. Он его создал с нуля, и тот институт, который мы сегодня видим, в большей степени это заслуга Чумакова. Потому что когда в 1955 году было постановление о создании института, это был всего маленький отдел, который располагался в инфекционной больнице на Соколиной горе. Это занимал всего несколько комнат и штат чуть больше 20 человек. На сегодняшний день это большое научно-производственное объединение, которое
дало даже название географической точки поселок Полиэмилиты на территории поселка Московский, это Новая Москва. Если сегодня туда приехать, то все практически знают такую точку на карте — поселок Полиэмилита. В 1944 году Чумаков написал диссертацию о клещевом энцефалите, докторскую диссертацию, которую успешно защитил. В 50-е годы это работа над вирусом от полиэмилита. В последующие годы омская геморрагическая лихорадка, лихорадка КУ, вирус гриппа. Михаил Петрович Чумаков занимался также и разработкой вакцины от гриппа. Самой лучшей памятью о Михаиле Петровиче Чумакове является то, что и сегодня продолжается его дело. Основанный им в 1955 году институт полиэмилита сейчас носит его имя. Институт плодотворно работает, продолжает разработку и выпуск вакциновых препаратов, которые спасают людей от различных инфекционных заболеваний.